Пожалуй, самый известный американский десерт – это чизкейк с легкой песочной основой, нежнейшей творожной начинкой и ягодами. Но если у вас нет времени готовить полноценный десерт, предлагаю приготовить быстрый чизкейк в бокале. Итак, для приготовления чизкейка в бокале нам понадобится песочное печенье, мягкий творог, любые ягоды, в том числе подойдут и замороженные, сахарная пудра и для украшения немного темного шоколада и кокосовая стружка. Для начала займемся песочной основой. Для этого печенье нам нужно превратить в песочную крошку. Сделать это можно с помощью блендера или, к примеру, скалки. Наша песочная основа готова, теперь настал черед творожной начинки. Здесь можно, конечно, использовать и сыр Филадельфия, и крем-чиз, и греческий йогурт. Мы будем использовать 5% мягкий творог, он абсолютно не сладкий, поэтому смешаем его с сахарной пудрой. Три основных составляющих нашего десерта готовы. Теперь будем выкладывать их слоями в бокал. Можно использовать классический винный бокал на ножке, или вот такой без ножки, или даже креманку. Заполнять бокал можно до тех пор, пока в нем не закончится место, но все-таки более эстетично выглядит десерт, когда бокал не заполнен до самой верхушки. Теперь остались финальные штрихи. Добавляем немного кокосовой стружки и натертый шоколад. На приготовление этого десерта ушло буквально 10 минут. Это отличный вариант вкусного, быстрого и эстетичного завтрака. А еще это самый подходящий десерт на тот случай, если вам неожиданно нагрянули гости. Перед употреблением лучше, конечно, десерт охладить, но если позволяет время, но если нет, все равно будет вкусно и нежно.